Я его вижу, кажется. Точнее, он появился, потом снова исчез. Потому что на той стороне был. А, на той стороне? Куда-то он пропал. А еще один ящерик, да? А вот смотри, смотри. Смотри, смотри какой. Ага, тоже, тоже голодный. Голодный. Тоже смотрит на нас. Боже мой, в мире животных снимается больше. Интересно, какая у них вообще любимая еда у этих ящериц? Мне кажется, в мире животных очень даже интересно сниматься. Да. В мире животных интересно снимать, да? Но не смотреть. Ну, кстати, некоторые вещи бывают. Ох ты, ничего себе, такой динозавр вообще, Кощей Бессмертный. Смотри, как он его. Смотри, какой. Я думаю, Стивен Спилберг взял бы такого к себе в какой-нибудь фильмец. Его же можно увеличить на компьютере. Ну. Допустим, он там дом какой, небоскреб кушает. Нарисовать, сделать ему небоскреб из банана. Или из того, что он любит есть. Покрасить в такой цвет. И все. Бежал прям по этим горам вниз. Тоже слух прошел, что банан появился, но шкурка появилась, да, летел такой. Так, прислушиваюсь. Сделать какую-нибудь революцию. Они нас уже со всех сторон окружают. Ой, как печет. Вообще печет, серьезно. Как бы у нас удар солнечный не случился от этого пекла. Но они как-то непонятно, вот я не понял их ни замысел, что они вообще творят. По одному подходят, едят и все, а нету такого какого-то. Единственное, вот эта семейка, самая первая, которая была. Просто они сначала нас не заметили. Может, он боится чуть-чуть. Ты думаешь? Смелый, уже сразу друг. На измене сидит, да? Убивать меня или нет. Он же, что если его схватит за хвост, он откинет свой хвост. Да? Не знаю, эта порода так делает или нет, но там в основном ящерица, если ты хватаешь за хвост, он откидывает свой хвост. Ничего себе. Бежит. Просто вот это первые, которые были, мне кажется, это была все-таки семейка. Ты заметила, какой неосторожный был этот молодой, который? И какие были осторожные эти, которые постарше? А с другой стороны, чего ему здесь бояться, вот на этом острове? И вот здесь же ничего нет. Чего, вот реально, чего им бояться? Кто их съест? Может, птицы съест? Хотя, не знаю, может, птицы. Потому что здесь одни эти... Кролики эти дикие. Кроме кроликов диких тут ничего нет вообще. Можно проверить, я могу каркнуть, если он побежит. Ну а давай каркни. Прислушался? Че себе ты каркаешь? Он не поверил. Он понимает натуральные звуки. Он тебе не верит. О, смотри, смотри, что творит. Смотри, какие он маневры создает. А, может, и чайки едят, не знаю. Чайки могут их съесть. В общем, эти ящерицы совсем не дураки. Они, во-первых, не покупаются на левые крики. Во-вторых, они не едят шкурки, они едят именно то, что внутри. То есть сам банан. Понимаешь, смотри. Смотри, смотри, что делает. Те первые погрызли шкурку. Uh-huh. Это просто самое вкусненькое нашло. Uh-huh. Его буквально кусают. Видите, мы подвоженьки. Хвостик. Это так смешно облизывается. Вроде ящерица, а такой же животный, да? Смотри, как смешно. Да, прикольно живот. Видите, мультика львахи. Такой смешной. Я хочу маленькую ящерку.
Все, он тоже наелся, сейчас уйдет и все. У них нету вот этого какого-то группового здесь движения, кроме этих первых. Только вот еще дело в том, что они все маленькие. Почему нет огромных? Они что, не... Ну, помнишь, один был большой, они... мне кажется, есть еще чуть-чуть. Не, ну этот-то небольшой, я имею в виду, такой реально большой. А тут такие, ну, не вырастают. Такие они просто сами по себе не вырастают такими, получается, да? Ну, тут есть какая-то большая ящерица, но она не везде водится. Ну что ты смотришь, кушай, кушай. На здоровье. Да. Натурально эти стебли выглядят. Вот такие вот, друзья, вещи здесь происходят. Ага, все, смотри как. Видишь, я чуть-чуть начал более шевелиться, он, смотри, повелся. То есть он больше на движение поддается, чем на крики, получается, если, конечно, все правильно понимаю. Ох, жатуха моя, жатуха. Так, солнце здесь напекает конкретно. Много, да, их? Там. А, там впереди ты имеешь? Да, вообще хвалы здесь. Ага. Скинем эту шкурку тоже туда, вторую. Да-да-да, пускай едят. Я ее так завязала. Не, лучше пускай едят, чем ее. Чем с собой таскать, лучше здесь оставить. Ах, ты ее слишком туда скинула. Слишком далеко? Ну да. А я думала других покормить. Мы не увидим в мире животных теперь. Я просто думала других покормить. Ну ладно, пускай. Пускай кушает. Так, друзья, ох, красота здесь, конечно, на самом деле обалденная такая, необыкновенная. Находимся на этой скале. Красная гора называется, на этой горе точнее. Вот, называется Красная гора. Очень красивое, необычное такое своеобразное место. Мы скоро уже будем потихоньку спускаться. Выключаюсь, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.